Здравствуйте. Сейчас мы создадим робота в программе 1.2.3 D-Design. Будем пользоваться онлайн-версией программы. Также существует версия этой программы для iOS-устройств и десктоп-версия для Windows и macOS. Как мы видим, интерфейс программы достаточно лаконичен. Но все необходимое для начального этапа 3D-моделирования у нас есть. Начнем мы с основного элемента робота, с цилиндра. Берем цилиндр и перетаскиваем его в нужное место. Увеличим размер цилиндра в бок и вверх. Чуть приподнимем его. Создадим ноги. Мы не будем создавать две ноги, мы создадим одну, а потом отразим ее по горизонтали. Пользуемся инструментами Pull, которые позволяют брать какую-то грань и двигать ее вверх-вниз, то есть вытягивать или сжимать по какому-либо направлению. Мы видим, с каждым объектом можно делать операции передвижения по одной из трех осей, либо же по сразу двум осям или трем. И увеличение или уменьшение размера, линейного размера объекта, опять же, по каждой из осей в отдельности или по какой-то их комбинации. С помощью нескольких прямоугольников мы создаем ногу нашему роботу. Также мы используем инструмент, позволяющий сглаживать углы. При удачном использовании он позволяет делать закругление граней, как будто бы мы туда добавляли элементы окружности. На самом деле нет. И в сравнении с добавлением элементов окружности этот способ быстрее и проще. Можем соединять и разъединять части, группировать и разгруппировать для удобства их перетаскивания, копирования и так далее. Сейчас мы копируем ногу и поворачиваем ее на 180 градусов вокруг своей оси. Вот у нас уже почти что получился весь робот. И осталось сделать ему третью ногу подпорку. Можем наклонять детали. Не забываем сохраняться. Время от времени нам может понадобиться перейти в другую вкладку или закрыть браузер. На этот случай нужно сохранить проект. Ну и вообще, как в любой программе, чем чаще мы сохраняемся, тем безопаснее наша работа. Теперь нужно центрировать подпорку и добавить к ней ступню.
Можно выбирать даже несколько ребер одновременно для создания скругления или добавления более плавного перехода. Это позволяет упростить работу и делать закругление граней симметричными. Ну вот, наш робот и готов, остался последний штрих. Глазик. Удобно пользоваться командами «отмена». Сделаем его другого цвета, как раз розовый, почему бы и нет. Наш робот и готов. Ждем сохранения проекта. Иногда это может занять долгое время, в зависимости от скорости интернета. Теперь мы можем послать наш проект в 1.2.3D Make. Программа позволяет прототипировать наш объект из картонных либо деревянных панелей, распечатанных на аппарате лазерной резки, либо из бумаги. Выбираем А4, среднее качество, получаем вот такую развертку. Посмотрим с всех сторон. Программа моделирует листы А4 с распечатками, которые можно сохранить и распечатать.